Знать, чтобы помнить. Под таким девизом в рамках проекта «Историческая память» 29 апреля в третий раз прошла международная акция «Диктант Победы». В Костромской области работали 54 площадки, где писали диктант. В Буе на базе школы номер 1, в Буйском районе на базе школы номер 1 имени Ивана Нечаева поселка Чистые Бары. За 45 минут 42 школьника городской первой школы отвечали на 25 вопросов на военно-историческую тему. В акции приняли участие старшеклассники по школьной программе, учащимся очень интересна тема Великой Отечественной войны. Ребята знают, что 2021 – это год 80-летия ее начала. Часть вопросов была посвящена первому этапу военных действий, а также великим русским полководцам – Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. Наша школа принимает в данном мероприятии первый раз. Сам диктант проводится третий раз. У нас выбрана региональная площадка. Мы участвуем здесь. Планируем, наверное, на следующий год привлечь и других обучающихся из других школ. Но первоначально было заявлено 50 человек у нас, но немножко поменьше получилось. Вот. Требования очень строгие к написанию диктанта. Запрещается пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами. Категорически запрещено выносить бланки ответов, задания диктанта победы, фотографировать задания диктанта победы, разговаривать, пересаживаться, обмениваться любимыми материалами, предметами. Ну и в случае нарушения правил написания диктанта результат будет аннулирован. Акция проводилась при поддержке Министерства просвещения России, а организаторами проекта является партия «Единая Россия», Российское историческое и военное историческое общество, Всероссийское общество движения, волонтеры Победы и другие. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Ну, по крайней мере, они попрактикуются, да, и, наверное, на следующий год. Думаю, что примут самое активное участие, и желающих принять в нем участие будет еще больше. Я бы не сказала, что какое-то волнение такое у ребят было. Им было очень интересно поучаствовать. Вот заинтересованность в глазах действительно у ребят была. Все, кто написал диктант победы, получат именной сертификат. Организаторы награждены благодарственными письмами.